Продолжаем эфир. В Актобе начался суд над сбежавшими арестантами. Двое мужчин были взяты под стражу за хулиганство и кражу, но в ноябре прошлого года совершили побег из изолятора временного содержания. Оказавшись в одной камере, они решили воспользоваться тем, что сотрудники ИВС спят, а дверь камеры, как следует из гособвинения, была не закрыта. Задержать беглецов удалось в тот же день. Теперь перед судом они будут отвечать по двум статьям – за побег и за ранее совершенные уголовные правонарушения. 25-летний мужчина за кражу ювелирных золотых украшений из торгового центра на сумму более чем 24 миллиона тенге. Свою вину подозреваемый признал полностью и заключил медиативное соглашение с владельцем торговой точки. Его сокамерника, 19-летнего жителя Актобе, обвиняют в причинении легкого вреда здоровью двум мужчинам. Оба ранее были судимы за грабежи и приговорены к ограничению свободы. Что касается двоих сотрудников ИВС, на дежурстве которых произошел побег, то их уволили по отрицательным мотивам. Начальник ИВС освобожден от занимаемой должности, сообщили в областном департаменте полиции. Дверь камеры. От камеры, сделанной из железной сетки, не заперта, а также окошко, предназначенное для подачи пищи заключенным, в основной двери было открыто, где через эту дверь окрикнули сотрудников ИВС УП города Актобе. После, убедившись, что сотрудники не отвечают и спят, понимая, что дежурные сотрудники ИВС УП города Актобе не будут препятствовать осуществлению их умысла о побеге из-под стражи, Еляман открыл железную дверь.